Добрый вечер. В эфире телеканала CBC специальный выпуск. Веду его я, Анастасия Лаврина, и будем обсуждать тему армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Гость, который с нами по скайпу, Расим Мусабеков, депутат азербайджанского парламента. Расим Алим, добрый вечер и добро пожаловать на наш специальный выпуск. Добрый вечер. Расим Алим, сегодняшняя трагедия, которая произошла в городе Барда, азербайджанском городе, в результате очередного обстрела вооруженными силами Армении, число погибших в городе Барда достигло 21 человек. К сожалению, также есть и около 70 раненых. Это уже второй обстрел за последние 24 часа со стороны такого крупного масштаба, я имею в виду обстрел, со стороны Армении азербайджанских мирных поселений. Что вы думаете о таком поведении? Ну, вообще, это не трагедия, это преступление. Это трагедия для азербайджанцев. Да, это трагедия. Да, но это преступление, которое совершили конкретные люди, и я уверен, что за свое преступление они понесут наказание. К сожалению, я еще раз повторю, есть политики в Армении, которые подобным образом думают, что могут спровоцировать Азербайджан на ответные масштабные разрушительные действия в отношении собственной территории Армении, и это даст им желанную возможность тащить в этот конфликт на своей стороне России. У нас достаточно крепкие группы, а возмездие этих людей, я думаю, что ждет неотвратимо. На самом деле пугает позиция международного сообщества, тех же самых правозащитных организаций и тех же самых некоторых политиков, которые действуют в Соединенных Штатах. Сейчас они говорят о каких-то возможных санкциях против именно кого-кого, Азербайджана. Страна, которая страдает от армянских агрессоров, оккупантов, от их ужасной политики, которая провоцирует гибель мирного населения. Некоторые институты говорят о том, что нужно просто прекратить боевые действия и говорить. С кем говорить? С преступным режимом? Это во-первых. А во-вторых, эти люди в свое время, в 93-м году, в 94-м году, когда армяне захватывали один за другим азербайджанские народы и сотни тысяч азербайджанцев изгнали со своих земель, принимали преступные поправки, которые запрещали помощь, оказание помощи азербайджанцам. Эти же самые люди активизировались и сейчас, но, слава богу, Азербайджан уже другой, и мир другой, и подобным политикам уже своими, ну, можно сказать, подлыми действиями Азербайджан не запугать и не остановить. Самое страшное — это то, что когда Армению пытаются призвать к ответственности, во-первых, она не отрицает совершенные деяния. Может быть, на официальном уровне выходит информация, что Армения якобы это отрицает. Но в СМИ есть информация тех же самых армян, которые пишут, что да, мы специально это сделали, и будет даже еще больше крови пролито со стороны мирного населения Азербайджана. Они также оправдывают это тем, что идет война. Но почему-то они не занимаются этим на поле боя. Они видят, они терпят поражение и ставят целями мирные объекты Азербайджана. Я еще раз повторю, их цель подлая и заключается в том, чтобы спровоцировать Азербайджан на такие же действия в отношении собственной территории Армении. И вот тогда представьте, если сейчас такой вой их доброхоты поднимают на Западе, в России, какой вой, вопль раздастся по всему миру о том, что Азербайджан чуть ли не надо заклеймить позором под всевозможные санкции, и вообще вместе с армянами надо идти вплоть до Баку. Не выйдет. У нас крепкие нервы, наши вооруженные силы, и я думаю, что перемалывают последние, скажем, силы сопротивления армян на нашей территории, и недалеко тот день, когда мы их вышвырнем с нашей территории. И после этого так, пускай они воют из-под ворот. Хотелось бы также обсудить с вами успех нашей бравой, храброй армии. Сегодня стало известно, что азербайджанская армия успешно освободила еще несколько сел. Это очень радостная новость на фоне печальных событий для всего азербайджанского народа. Как вы расцениваете продвижение и успех азербайджанской армии на сегодняшний день? Ну, азербайджанская армия уже, в принципе, продвинулась дальше, чем даже вот те деревни, которые сегодня объявили. В сущности, и самих деревень нет. Это место, где раньше были деревни, потому что они все полностью разрушены армянскими варварами. Идет зачистка, потому что они оставляют после себя всякие мины, ловушки и прочие грязные средства. Идет зачистка, армия делает свое дело, но самое главное сегодня, скажем так, мы ломаем очаги сопротивление армян на самых важнейших направлениях.
Латин и Шуша. И я повторяю, что наша армия перемалывает последние силы сопротивления армян. И не, совсем немного осталось для того, чтобы мы перерезали им линии коммуникации. И я посмотрю, что они после этого будут делать. Когда Никол Пашинян говорит, что они готовы на какие-то уступки, логично ли сейчас вообще говорить об этом? И логично ли говорить про мадридские принципы с учетом того, что Азербайджан практически на 80% вернул то, что было указано в мадридских принципах? Анастасия, это Пашинян вообще шут. Он говорит об уступках, то есть они захватили азербайджанские территории, они разоряют азербайджанские территории, то есть Нагорный Карабах, 7 районов вокруг Нагорного Карабаха. Сейчас можно сказать, что война захватила еще, наверное, полтора десятка районов и городов Азербайджана. Люди страдают, и он говорит, что он готов на уступки. Он вообще-то преступник и должен отвечать за свои деяния, а не думать о том, что он какие-то уступки будет делать. Азербайджан, я думаю, что если так пойдет, я еще раз повторю, то ему вообще не придется ни о чем договариваться, ему придется думать о том, как спасать собственную шкуру. На самом деле, с преступниками, как говорится, не ведутся переговоры и не договариваются. О переговорах можно говорить на фоне того, когда Армения будет предъявлять факты о выводе оккупационных сил с азербайджанских территорий, а на фоне их бомбежки мирных граждан в Азербайджане очень сомнительно вообще говорить о каких-то переговорах, но тем не менее 29 октября планируется встреча в Женеве министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Если вот как мы до этого сказали, азербайджанская армия успешно продвигается вперед, будет освобожден Лачин, на что мы очень надеемся. Вообще после этого стоит ли говорить о перемирии и продолжать вот эти двухсторонние встречи? Ведь можно считать, что после этого победа окончательно азербайджанского народа, азербайджанской армии. Все равно разговаривать нужно будет. Армения никуда не денется. В той или иной форме нам в конечном итоге любые военные действия должны завершаться миром. Другой разговор, что я думаю, что вот этот мир, скорее всего, будет устанавливаться не с подобными субъектами, как Пашинян, Шут Гороховый или преступник Саркисян Кочерян, а придут нормальные, вменяемые армянские политики, которые поймут, что перспективы для жизни и развития самой Армении заключаются в добрососедстве с Азербайджаном, с Грузией, с Турцией, с Ираном. Поймут, и я думаю, что мы найдем и формулу мирного соглашения, и мы найдем возможности для того, чтобы те армяне, которые останутся жить на азербайджанской территории, могли бы нормально, как все граждане Азербайджана, жить, пользоваться всеми правами, развиваться вместе с Азербайджаном. Сейчас вот даже некоторые политологи и эксперты делают ставки, что случится быстрее, освободит ли азербайджанская армия свои территории или Никола Пашиняна свергнут с его позиции, потому что ситуация внутри Армении очень нестабильна. Продолжаются митинги на улице, требуется отставка даже среди политических деятелей руководства Армении, которые говорят, что Пашинян показал себя очень слабым политиком и в целом это не его место и не его время. Как вы считаете в целом? Насколько ситуация трагична внутри Армении и как это отражается на ходе действий? Я думаю, что те реалии, которые уже устанавливает Азербайджан на своей территории в Нагорном Карабахе, они должны привести к отрезвлению армян. Они жили в надуманном мире, в котором перед армянской военной доблестью ничего не может устоять. Они забывали о том, что их... У нас возникли... Да, Расим Али, мы вас слушаем. Я думаю, что нам будет возможность обсуждать эту проблему, что с Пашиняном произойдет, когда эти события наберут оборот. Но, в общем, я думаю, что судьба у него незавидная. Да, Расим Али, и если суммировать вот так вот нашу с вами беседу сегодня, ваши ожидания о дальнейшем совместном существовании народов этнических армян и азербайджанцев на азербайджанских территориях? Что должно быть сделано в первую очередь? Я думаю, что, конечно же, нужно будет время для того, чтобы залечились эти раны, но это возможно. Как нашли определенные формулы для того, чтобы и мирно жить, и развиваться и немцы, и французы, немцы и поляки. Я думаю, что и Азербайджан, и Армения после того, как будут залечены раны войны, найдут формулу мирного существования
добрососедства и совместного развития. И тогда, разумеется, уже вот тогда будет нужна важная активизация роли международного сообщества. И, на мой взгляд, именно сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны думать о дальнейшем, а не возвращаться в 1994 год и говорить о возможных переговорах ради переговоров. Ну, посмотрим вообще. И у Азербайджана есть конкретные требования. Он заключается в том, что Армения должна взять на себя гласные обязательства освободить, вывести свои войска с азербайджанских территорий. Без этого никакой разговор содержательный или движение вперед не будет. Сейчас вот мне режиссер тоже говорит, у нас осталась минута до конца эфира. Я попрошу вас также прокомментировать о последних событиях в Соединенных Штатах. Мы частично об этом поговорили, о том, что сейчас армянское лобби пытается спровоцировать политиков США выступить против Азербайджана и даже ввести санкции. Сегодня эта тема также активно пропагандируется в интернете. Считаете ли вы, что такая вероятность есть? И какой должна быть позиция США с вашей точки зрения? Ну, чепуху городят, потому что все конгрессмены разошлись и занимаются своими перевыборами. 4 числа там не только президентские выборы, но и переизбирается весь Конгресс. 3 числа, если не ошибаюсь, кажется, 3 числа. Говорите, ну, из-за разницы по времени, я говорю, у нас будет уже 4 к тому времени. Из-за разницы и из-за того, что понятно, что пока новый Конгресс, у них, в общем, выборы будут не безоблачными. Я думаю, что еще целую неделю будут обсуждать, кто избрался, зачем избрался. Поэтому говорить о каких-то санкциях по отношению к Азербайджану, ну, какие-то политики могут играть на этом поле. Но я думаю, что это, ну, в общем, ко всему этому надо относиться достаточно трезво и спокойно. Что ж, спасибо большое, Расим Али. Мы еще раз выражаем соболезнования семьям погибших и раненых в Барде, которые пострадали в результате нападения армянских вооруженных формирований и бомбежки города Барда азербайджанского. Спасибо вам за ваше время. И кто не останется неотомщенный. Мы в этом уверены. Спасибо вам. Это был специальный выпуск на телеканале CBC. Мы обсудили последние события вокруг армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Вела его я, Анастасия Лаврина, и гость, который присоединился по скайпу, депутат парламента Азербайджанской республики Расим Мусабеков. Оставайтесь с нами, мы скоро снова в прямом эфире.